Здравствуйте, рекомендую функции Dropbox. Выбираем в телефоне функцию Dropbox. Зарегистрировать. Вводим свои персональные данные, регистрируемся. После чего вы получаете дополнительно бесплатных 25 гигабайт на 2 года свободного пространства для хранения видео, музыки, фото, документов и так далее. Доступ к этим файлам вы можете осуществлять не только с вашего HTC, но и с любого компьютера в любой стране. Рекомендую функцию Dropbox.